Рэпер, да и просто виджей телеканала РУ-ТВ Дина МС-47 отметил юбилей. Не будем иронизировать на тему четвертого десятка и первой тройки и так далее. Я действительно ощущаю себя до сих пор абсолютно молодым 21-летним пацаном. Поздравить именинника собрались самые близкие люди, семья и друзья. В разгар вечера столичный клуб был битком набит гостями, среди которых, кстати, было немало селебрити. Дину, с днем рождения, мой хороший. Я пожелаю тебе, чтобы ты остался первым рэпером в России. Ты и так первый, дорогой. Я хочу, чтобы ты всегда был на первом месте. Это очень мой хороший друг, и я рада, что у него все хорошо. Все получается. В первую очередь, это творческий человек, поэтому реализации всех его планов. И хочу, чтобы все его мечты исполнились и появлялись, конечно, сразу новые. Помимо материальных подарков и торжественных слов, звездные гости подарили рэперу свои выступления. Ну и сам Диныч, конечно, в долгу не остался, порадовав друзей и коллег своими хитами.